Приветствую вас. Давайте по факту. Проблема, которую вы описываете, существует. Ознаменовывается она проблемой переноса. То есть, когда человек переносит на другого свои потребности и, условно говоря, свое видение ситуации, вот, свои желания, в данном случае женщине очень нужен ответ, она нуждается в отце, вот, и она это получает от вас, вот. Мой коллега Кудряшов Игорь Леонидович говорит о том, что отношения нужно выстраивать по принципу взрослый-взрослый, не оспаривая его позицию. Хотел бы сказать, что вы можете вести себя по-взрослому, но ваша жена может интерпретировать ваши действия как родительские и подталкивать вас к тому, чтобы вы выступали для нее все же больше родителем. Вот эта вот тонкая грань между взрослым и родительским поведением по отношению к жене, тонкая грань, нуждается в выявлении, потому что свою жену вы не переделаете. Здесь с коллегой полностью согласен. Поменяться может только она сама, если у нее будет к этому желание, если у нее будет для этого потребность. То есть, грубо говоря, если стресс превышает дистресс, ну это создает необходимую мотивацию для работы над собой. Вот. Так что на сегодняшний день, на текущий момент, наиболее важным представляется именно коррекция вашего поведения. Это первое. И второе. Это определение и более явное выражение ваших чувств. Ну, например, чувств к жене, допустим, вот. Это примерно такое видение вопроса, которое у меня есть. То есть, в принципе, да, вот коллега Кудряшов Игорь Леонидович, он все очень верно сказал, вот, но тут нужно вот все-таки понимать, да, тут нужно понимать, что есть нюансы, вот, что не обязательно вы ведете себя как родитель по отношению к жене, может быть, вы ведете себя как взрослый, может быть, вы ведете себя просто как заботливый мужчина, что, в принципе, нормально и адекватно, да, вот. Но для вашей жены, вот именно для нее, это имеет более такое глубокое значение, опять же, в силу вот просто ее, ну, в силу ее поведения. И поэтому вам не нужно думать, что вы ведете себя как родитель. Но вам желательно снизить степень, если угодно, степень вашего, ну, взрослого, да, может быть, поведения по отношению к ней. Ну, вот. Вот, в принципе, это то, что, ну, то, что можно вам сказать в целом. Вот. Я надеюсь, что это было полезно.
для вас, я надеюсь, что вы сделаете необходимые выводы, потому что, ну, я понимаю, что для вас это важно, я понимаю, что вас может вполне себе не устраивать тот факт, что жена видит вас отца, это более чем, ну, более чем логично, вот, более чем нормально подобное, вот, так что, в общем, оставлять, да, оставлять подобное, ну, за гранью, да, мне, ну, то есть за рамками, мне видится деструктивным, потому что ваша неудовлетворенность, она будет копиться. Так что решать, конечно, вам, но ситуация мне представляется именно такой. Вот. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку. Я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Я вам желаю всего самого доброго, удачи и надеюсь, что ситуация разрешится самым лучшим образом.